Нового года остается все меньше времени. Все готовятся к встрече волшебного праздника. А какие главные атрибуты Нового года? Мандарины, шампанское, наряженная елка и, конечно же, подарки. Узнаем, какие подарки в этом году приготовили для своих родных и близких саровчане и что сами мечтают найти под елкой в новогоднюю ночь. Что хотите подарить своим родным и близким и о каком подарке сами мечтаете? В этом году, поскольку у меня появилось больше свободного времени, я все подарки сделала своими руками. Вот. А для себя мне хотелось бы пожелать, и самым лучшим подарком будет, если все мои близкие, родные, знакомые, друзья будут здоровы. Я приготовила своей внучке подарок. Она попросила лошадь с каретой. Вот. Дочери приготовила подарок, но это такой бытовой, там блендер вот такого плана. Зятю приготовила, ну как можно сказать, бат для глаз. Он работает на компьютере, поэтому ему нужно... Я ему приготовила бальзам по Филатову. Мы сейчас идем подарки покупать. Всякие украшения, всякие предметы для дома, например. Вот, даже не знаю, любой подарок, наверное, хороший. И каких-то мечтаний нет. То, что заказывали Деду Морозу, деткам игрушки, супругу. Чтобы руки не мерзли, теплые варежки, кожаные, красивые, уютные. Примерно знаю, что они хотят. Завтра буду искать. Сладости ребятишкам, а взрослым пока не думала. О каком подарке Новый год мечтаете? Только здоровье. Остальное нам уже лично ничего вообще не надо, мы уже в таком возрасте. Ну, а детям мы помогаем. Парфюмерия, косметика. Чудесный подарок, да? Угу. Мечтаем о чем? Чтобы дети радовали нас, здоровья родным, близким и всем гражданам города Саров. Я о чем мечтаю? Чтобы границы открыли, путешествовать, поехать. Так что каждому свое. Отдохнуть хочу. Очень устала. У меня сестра 4-й год ухаживает. Поэтому отдохнуть. Подарок, праздничный стол, праздник для сыновей, детям. Ну, естественно, подарки. Новый год – праздник чудес, волшебства и исполнения самых заветных желаний. И главное, чтобы в наступающем году все желания наших горожан обязательно исполнились.